не распознали вовремя, не почувствовали этого своего ресурса хозяева, когда первый мяч ЦСКА забил. Луценко! Момент! Удар! Гол! 4-3! Гол Мордовии! И продолжаются фантастические события в этом матче. Ну, положите руку на сердце. Пощупайте свой пульс. Вы же сами себе уже сказали, что теперь на ЦСКА соперника додавит. Равные составы. Мордовия не знает, куда деваться. 3-3. И она опять выходит вперед. Можно сказать, опять в меньшинстве. Потому что после удаления Иника Джало за две желтые карточки, Мордовия очень долго не могла поверить в свое нападение. Но вот смотрите, 3-4 минуты постоянных атак. Луценко вновь везет. Он мимо мяча промахнулся, но никого рядом не было. Потому что такие зоны страхуют, как правило, фланговые защитники. Их у ЦСКА просто физически нет на поле. Березуцкий пока разворачивался, конечно, опоздал на два шага. И второй шанс Луценко использует. Причем успел он пробить между ног Акинфееву. С полулета. Чудесный мяч, дубль Евгения Луценко. Ну а у ЦСКА